всегда остается. Вот руководитель там комментирует, он дает массу всяких, выдает версий своих. Поэтому, я думаю, на основании этого можно делать все выводы. Просто написала все, что как бы было, я это все есть, оно кроме того, что не дописала еще того, что еще меня под конвоем тут водили целый день, пока я писала заявление и выезжала со своего кабинета. А так, в принципе, больше добавить нечего. Ну, как бы я не собираюсь говорить что-то плохое.